Всем привет, дорогие друзья, с вами Елврик, и это Pokemon Time. Сегодня у нас наша четвертая часть, заключительная часть распаковок по японской Ancient Trade. Сегодня у нас будет последние 5 бустеров из первого бокса. Это наш последний шанс получить главного покемона, инфа расширения, Хупу. Так что давайте начнем и вытащим его. Мне уже не терпится открыть эти бустеры. Я так долго ждал этого. Это реклама. Ну что, поехали. Какой-то там бол. Гуми. Веспиквин. Райц. И последняя карта. Это... Опять забыл, как он называется. Клайдл или Клейдл. Извините, если я неправильно произношу. Потому что на русском у меня нет возможности их прочитать. И транскрипции, к сожалению, тоже нету. Ни одной холодной карты с первого бустера. Да что это за безобразие? Я уже настолько привык, что нам постоянно что-то сразу выпадает, что это как-то кажется немного странным. Bad Energy, Реликов, Кирля. По-моему, это не... Все время хочу сказать, что это Нинкада, но это Спинарак. И последняя карта... Какое-то щупальце. Да, блин, да вы издеваетесь надо мной. Стопудово они сейчас играют со мной, точнее, с моими нервами, чтобы оставить весь сок последних бустеров. Я не выдерживаю. Потому что я не выдерживаю. Это четвертый бустер. Регистил. Сейблай. Забыл, как ее зовут. Это Вимискот. Да, Вимискот. Белдум и последняя. Порygon Z. Обычная карта. Это был третий бустер. Четвертый. Наша коробка уже с вами совсем упустела. В нем лежит уже один одиночный бустер с Хупы, который так и ждет, чтобы мы его вскрыли. Достали оттуда EX-карту. Реклама, кстати, периодически повторяется. Не знаю, зачем ее так много. Поехали. Вилиплюм или Вайлплюм. Еще один милый Вупер. Инки, который любит быть перевернутой. Голург. И Регистил. Точнее, нет, я ошибся, это Regirock. Regirock выглядит немного по-другому. Блин, нам не выпало даже ни одной холокарты. Я немножко расстроен. Так, это последний бустер из нашей первой коробки. Наш последний шанс на Хупу или хотя бы одну. Еще фулл арт карту. Я очень на это надеюсь. Пожалуйста. Реклама на нашем канале. Поехали. Это Regice или Regice, извините, неправильно. Magikarp. Это вроде бы Котани. Веспиквин, Ancient Trade. Это последняя карта. Виризион. Холо. Нет, я, конечно, рад холокарте, но EX-карте я был бы намного больше рад. Ну что ж, дорогие друзья, вот и подошла, в общем-то,
концу наша первая распаковка первого бокса всех его 4 частей. Я очень долго ждал, чтобы его открыть. К сожалению, хупы нам не выпало. Но не страшно, у нас есть еще очень много боксов, откуда мы сможем достать хупу. Поэтому пишите комментарии, если вам понравилась эта серия распаковок. Мне очень приятно читать хорошие комментарии. Так что заходите в группу ВКонтакте, общайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и пока. С вами был Элрик.